хотелось бы поздравить всех мужчин с Днем Защитника Отечества, с праздником 23 февраля, или как раньше его называли, с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Ну и у нас очень хороший повод для встречи, еще это презентация нашего нового 13-го по счету альбома под названием «Проклятие морей». И, я надеюсь, новые песни вы будете петь вместе с нами.